Я вообще люблю визуальную образность, да. Я люблю воспринимать мир через глаза. И я начинал какие-то вещи делать уже в своих спектаклях, а потом подумал, а я, может быть, даже не клоун, а может, я люблю рисовать, или, ну, я не умею водить кисточкой, зато умею из предметов какие-то неожиданные сочетания делать, столкновения смысла предметов. И когда мы получили возможность, вот такая огромная территория фантастическая, она никому не нужна, потому что она заливается каждый год, и все мы в потопе, а нам нормально. Значит, мы подумали, ну вот он такой, у нас дом Венеция, и, значит, брошенку эту приголубили, и теперь она наш рай. И поэтому мы решили, что надо ее наполнить вот этими фантастическими какими-то событиями визуальными. Вот, я люблю это место. Потому что это корабль дураков, перевернутый вверх ногами. Он там теперь служит крышей. И якорь мы забросили в небо и зацепили за тучу. Так что у нас здесь получилась очень удачная история. Не то человек есть, не то его нету. Какая замечательная линия, как обычно рисуют дети на картинках. Вот домик, а вот к нему дорожка. Помещая любой предмет в пространство природы, ты делаешь это частью Вселенной. Не коробочка в коробочке, за коробочку от коробочки. А ты, помещая, вдруг говоришь опять ее разорванные связи, опять все связываешь. И она становится частью человеческого космоса. И отправляется в мироздание смыслов, цепляя их все. И облака, посмотри, как облако цепляется за парус. А как бы оно могло зацепиться, если бы оно было на выставке? Никакого облака не зацепилось. А голубизна этого неба, как могла в ней отразиться, в этой реке и так далее? Ну, фантастическое, конечно, это ощущение среди находиться этих огромных цветов, как Карик и Вали себе чувствуешь вообще. А я так люблю эту книжку, нереальную совершенно. В общем, вот это просто чудесное волшебное превращение. Стоит только стать рядом с зонтиком. И это мой любимец. Я в разное время называю его разными именами. В какое-то время он был курень, то есть как от слова курица, потому что оно без головы, но только на четырех ногах. А сейчас я вообще его называю черная курица, потому что я так люблю эту сказку, в которой магия присутствует просто в каждом слове. И я так рад, что эта сказка поселилась у нас в саду. И это история с черными окнами, которые плавают и как будто показывают тебе мир. Ты можешь заглянуть в подводный мир через это окно. Это крылатый рояль. Когда у нас был праздник крыльев, мы притащили Алену, потому что она любит крылья. У нее уже было одно произведение, она огромное крыло сделала. И мы не знала, куда его потом после выставки деть. Мы сказали, давай к нам в цирк. И тащили через весь город крыло, которое несло 10 человек.
И я понял, что ей нравятся крылья. И когда у нас начался фестиваль крыльев, мы ее пригласили и дали ей 3, да или даже 4 идеи. Сделать крышку рояля в виде, значит, это самое, с крылом. Сделать это самое цыганского коня с крыльями. И сделать лодку. Так, примерно такую, как я видел в Шанхае. И вот эти 3 вещи у нее получились просто фантастические. Вот ты живешь каким-то способом? Как ты одеваешься, как ты это сам себе представляешь среди других людей? А преображение – это значит, ты каждый день можешь быть другим человеком и прожить множество жизней, пусть не полностью, хотя бы чуть-чуть. То есть вот захотел – такая будет жизнь, а захотел – вот такая будет жизнь. Как ребенок, который имеет бесконечное количество жизней, потому что у него все время игра. То есть жизнь-игра дает нам эту замечательную возможность. А когда уж ты эту возможность начинаешь пользоваться, замечательно, если имеешь возможность преобразиться. Ну, хотя бы что-то намазать, или что-то накинуть, или вообще раздеться. Ну, то есть ты через преображение, даже прическу, раз, взлохматил волосы, и ты уже другой. Это самое... Закатил глаза, ты уже третий. Это самое, уши вот так подставил у зеркала, ты четвертый. И вот эти возможности жить играючи, это фантастическая возможность, которая там есть у человека. И мы помогаем вот этим всем людям, которые захотели прожить много жизней и легче с ней, то есть, чтобы она не запирала все двери, а ты раскрывал их все нараспашку. Вот это вот как раз измазался и пришел совсем другой, и играешь в то, что хочешь. Сегодня играешь в свадьбу, завтра играешь в крылья, послезавтра играешь в друзей. Sounds more alive underneath my pride. When you wink are nothing but your hands shaking, not grabbing anything, just falling. And tired in this moment of desire. When your wings are nothing but your hands shaking, not grabbing anything, just falling, and tired in this moment of desire. Сначала ты намазал нос, переоделся в другую одежду, взлохматил волосы, а потом начинаешь расширять. Потом уже в руки взял странный чемодан, это само сел за косой стол, это само окно сделал в виде овала, убрал все углы из комнаты. Почему она должна, быть коробочкой? И вот люди говорят, я живу в коробочке, выхожу из коробочки, сажусь в другую коробочку, еду к третьей коробочке, захожу в эту коробочку, в этой коробочке работаю. И вот
А почему вот естественно все, что вокруг природа нам предложила, свойства вещей, нигде нет углов? Поэтому мы стараемся за все дома, за всех своих вещей убрать все углы. Следовать природе, а не какой-то странной установке упрощения. Это прямые стены легче сделать. Мы не владеем ни одной профессией по-настоящему. Ну, может быть, клоун я немножечко владею, клоунским делом. Но самая главная моя профессия – это фантазирование. То же самое моя жена. Это мы суперпрофессионалы. Нас лучше не пускать в это место, а и останавливать, просто заткать рот и так далее, потому что будет просто бешеное количество фантазий на любую тему. И мы, когда начинаем про свадьбу, значит, вот такую папку исписываем, что может быть связано со свадьбой, каким путем, что там это, а что делать с детьми, а дети становятся ангелами, хорошо, а где они будут брать женихов, если они одиноки, ничего, будем сдавать в аренду, ага, что сделать здесь, и вот такая куча, и потом, а кто это может сделать, это такой друг, у нас миллион друзей, которые участвуют во всех наших проектах, и все звонят, а мы слышали, вы там затеваете, ну хорошо, ты умеешь это, давай приезжай, будешь делать вот это и так далее, ну то есть это растет, как снежный ком. Все. Excusez-moi. Tu peux. Ça va tomber un peu tout seul. Plus. C'est fantastique situation. Tu ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Quand tu prépares taxi, tout. Oui. Ah, taxi. Et arrive dans la maison. C'est pas donné possibilité pour public okay. Quelque chose donné, chercher. Мы все тоньше и тоньше ухитряемся сделать эту ткань праздника. Она, ее все меньше видно. Она как будто сама жизнь. Мы растворяем ее, и нет концерта, и нет это самое. Кто-то вдруг в кустах что-то прыгает, кто-то свалился на голову, а кто-то вот это самое падает через реку, уже идет по канату и несет на руках свою любимую. Я не знаю. И начинается то, что мы пытаемся здесь найти. Начинается праздник как часть нашей жизни. Мы почти убрали все швы, и все жило как будто само собой.
сладковато. Ничего, просто сказал, какая у меня сладкая вата. А давай вот так. Я сделаю как, ну, вот так. Давай есть так. Пойдем, будем так есть. Ой. Как можно? А... Хочешь по желтой дорожке? Ой. Ты же сказала нельзя. Иногда можно. Ну ладно. А? Пойдем скорее. А то твоя вата закончится. Ой, у меня мало. Я подкну вот так. Мы будем вместе. Ай. Хочешь, буду держать вот так? Ой. Давай вот так. Ай. А. А может, ты свою палочку, а я свою? Я знаю, я фея. Идем. Мы даже не можем остановиться. Я так люблю. А ты пробовала сладкую вату когда-то? Угу. Да. О, там Слава. Я думаю. А я 6 раз пробовала. А это мой 7-й. Ладно, смотри. У него такая борода. Все кушают его бороду. Первая борода. Тоже первая борода, девочки. Давай Славе оставим. Давай. Я ему дам. Если он захочет, то можно съесть. Как бы дети имеют внутри себя все это, то, что мы показываем. А взрослым надо напоминать, чтобы они вернулись к своему правильному состоянию, как бы, мечты. Ты будешь там? Ты растешь там, ты будешь там? Thank you.
Looking for the great escape on a bad day. Looking for the great escape walking on a bad day. Looking for the great escape. Замечательный спектакль, просто. Вот если бы он был сделан где-нибудь в театре или даже в помещении, никогда бы от него не было столько такого впечатления. А когда человек летает, я не знаю, по небу или среди этих деревьев, ну просто нереальность приходит вместе с ним. Thank you.
Потом
не днями, а месяцами и годами ты еще вкус этого остается во рту. То есть, а какой замечательный брат, а вот было вот это, а вот я когда видел, а этот, а как этот улыбнулся, а как здесь это самое, все хохотали и так далее. Ну, так много красивых поводов отпраздновать что-нибудь. Я вообще праздную жизнь каждый день, с утра до ночи. Праздную каждый кусочек сыра, кладу на бутерброд. Праздную, как зеленый чай наливается в мою фантастическую чашку, которую сделал фантастический мастер и так далее. Потом долго сижу, любуюсь и нюхаю, смотрю на свою любимую, которая сидит за столом. Ничего не говорим, долго-долго молчим. Прежде чем сказать, что бы то ни было. Вообще, наша жизнь наполнена таким количеством фантастических праздников в каждом миллиметре ее существования, что задыхаешься от этой истории. Мы научились главному не добиваться каких-то знаков препинания. То есть это самое, это вот сделано, это ставит галочку. Галочки не нужны. Нужно, чтобы твоя жизнь была переполнена удовольствием, творчеством, друзьями, праздниками и так далее. То есть не надо ее этими самыми измерять свершениями. Надо ее, она свершение, она сама.